Приветствую вас. Вы знаете, вот я прочитал ваш текст, да, и понимаю, что ситуация непростая, безусловно. И ситуация в какой-то степени принимает, наверное, такой достаточно необратимый характер в плане того, что ребенок достаточно серьезные вещи себе позволяет. Но видите ли, вы находитесь сейчас в треугольнике Карпмана. Я рекомендую вам изучить его. А вы находитесь в позиции жертвы. Потому что вот эта вот история про то, что боимся мы с мамой его, и вот эта история, это все-таки больше про жертвенность. Дело в том, что подобное поведение ребенка не может быть на ровном месте. То есть, если это произошло, значит, что-то его в этом направлении подтолкнуло. Вот. И подтолкнуть его могли только вы, только ваше воспитание с бабушкой, как правильно сказал, в принципе, мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович. Что важно? Здесь, что важно? Ну, пожалуй, важно чувство вины ваше, которое я, например, ощущаю практически, ну, достаточно сильно ощущаю чувство вины. Мне кажется, что у вас оно было, сейчас понятно, что это чувство вины переросло в такой достаточно серьезный негатив, вот. По отношению к ребенку это вне всякого сомнения, но вот изначально, мне кажется, чувство вины у вас было. Собственно, не могло чувство вины не повлиять на то, как ребенок воспринимает себя, как ребенок воспринимает вас, к сожалению. То есть, если вы дали понять ребенку, что вот он какой-то бедный, да, что он несчастный, что ему там, условно говоря, должны что-то и всякое такое, то вот, собственно, вы здесь и совершили ошибку. Вот. И сейчас вы говорите этот момент, что все для него, а он, то есть вот, мы для него старались, а он, значит, вот, все это не ценит, да, то, что мы для него делаем, вот, только лишь нам вредит. Вот, ну, по факту ребенок отражает некоторые ваши переживания, некоторые ваши противоречия и сложности, которых вы, вероятно, себе, даже сам себе не готовы признаться. Вот, и, соответственно, это нужно исследовать, потому что, например,
даже жалость, тоже чувство жалости, которое у вас есть, не появилось на пустом месте. А, скорее всего, появилось в результате каких-то определенных моментов, да, в результате каких-то таких определенных аспектов, вот, я бы сказал. И, соответственно, это требует проработка в любом случае. Вот, ну и дальше уже, я думаю, вы сами будете решать, как вам в этой ситуации поступать. Вполне вероятно, что ребенку нужно какое-то вмешательство, но без изменения вашей линии поведения, без изменения вашего восприятия себя. Если ребенок, например, чувствует, что к себе вы относитесь постольку поскольку, да, если ребенок чувствует, что вы о себе не заботитесь, если ребенок чувствует, что вы себя не уважаете, то, соответственно, он вряд ли какая-то воспитательная работа ему поможет. А что касается того, что вы, ну, можете ли вы свидетельствовать против несовершеннолетнего, если рассматривать именно психологический аспект, то, на мой взгляд, делать это стоит только в том случае, если вы уверены в позитивном воспитательном воздействии на ребенка, того, что вот, ну, вот вы ну, свидетельствуете против. Вот. Если не уверены, то, наверное, лучше не надо. То есть, опять же, вам необходимо как бы сказать, поработать над собой, если вы не будете этого делать, если вы не будете над собой работать, то как раз таки нет никакого смысла в том, чтобы свидетельствовать против своего ребенка, потому что все равно ситуация не изменится от слова совсем. Вот. А вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. То, что я могу вам ответить.
точки зрения, значит, с точки зрения психотерапии. Вот. Такая вот история. Я надеюсь, что это было вам полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вы сможете для себя значит, что-то новое открыть. Вот. Ну, а я, в свою очередь, желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится для вас самым лучшим образом.